Слушай, ну и рожа у тебя, конечно, вообще не могу. Да хорош ты, хватит. А можно я в нее потыкаю? Да прекрати ты, лучше расскажи, как в дурке было. Ой, слушай, мне вообще повезло. Я, короче, в одной палате с Джимом Керри был. Вообще, вот такой мужик, угарный, коры мочит, все там над ним ссались. Сам под Саратовом родился. Вот, а в соседней палате Diamond Dallas Page по кличке Пердун, знаешь такого? Да. Вот, и Человек-карась, они постоянно вообще бои устраивали. Слушай, а ты как вообще свалил? Там такая история была. Заходит санитар ко мне, я ему, короче, маваши, на! Выбегаю из палаты, там два охранника, я им раз, два дротики с снотворным в лбы кидаю, пробегаю дальше, там окно большое такое, 17 этаж, прикинь, 17. Я из него прыгаю, короче, прям туда, в окно, а там вертолет уже меня поджидает. Я за канат, хватит, тут везде полиция, короче, и мы полетели, полиция, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, меня стреляет, я уворачиваюсь, короче, бац, соскользнул с этого, прикинь, прям сам соскользнул с каната. Лечу такой на парашюте, бац, строп обрезаю и прям в Феррари прыгаю и уезжаю в закат. Пиздец. Не, ну там по-другому немножко было. Я охраннику пузырь дал и уехал на Феррари в закат. Чё тухлый у тебя какой-то новоселье? Слышь, может, в клуб сходим? Я переодеваться. Да, вообще классное место, я здесь вообще каждый день почти бываю, меня тут все знают. Всем привет! Здорово! Поход не местный. Бармен, мне как обычно. Я говорю, мне как обычно. Чё, как обычно? Для воды принеси. Я блистаю. Гайморит, берешь алоэ, обычное алоэ, заворачиваешь его в тряпочку и на нос, в ночь, в обе ноздри. С утра как рукой, блядь, снимут. Окей, я попробую. Слушай, я уже хороший, поехали ко мне тусить? Не-не-не. Блядь, да-да-да. Бери тёлку свою, скажи, что подруг взяла. И шустрей давай. Окей. Прикольная у тебя хатка бобра. Дорогущий поди. Да нервы-то дороже. Я тут никак успокоиться не могу. А что такое? Доработали у меня два орла. Бараны, правда, редкие. Да вроде нормальные.
Да так-то оно так, мы вот тут на стрелку поехали недавно. А тут ОМОН, маски шоу, всех повязали, а эти двое свалили. Но мы грешным делом и подумали, что это они нас стреляли. Да не, они ни при чем. А ты-то откуда знаешь? Да ну, я же экстрасенс, я же тебе говорил. Ну да. Че дальше-то было, а? Да ну ничего, одного прикопали, второй сбежал. Вот с**ка! Ты че, взбреднул-то? Да и это, че-то поплохело мне. А я тебе говорю... А че мы не купаемся? Далеко. Пошли. Ну и че ты думал? Сука, я тебя не узнаю. Ебать! Че, очухался, блядь? Че ты слабенький, блядь? Быстро вырубился. Слышь, а сколько времени? Да тебе какая разница? Надо валить. Надо скорее валить, ненавижу опаздывать. Лещи. Ой, молодой человек, с вами все в порядке? Да вроде ништяк, только меня сбил какой-то упырь. Ой, простите, пожалуйста, это я вас сбила. О, какой красивый упырь. Что? Не, ничего. У вас ничего не болит, все в порядке? Да вроде все ништяк. Ну я просто почему спрашиваю, у вас нога под колесом. Чё? Убери свою пахтулку с меня, нахуй! Лещи давай! Давай дальше, сука! Ой, извините, я просто недавно за рулем. Не давай! Вы успокоились? Практически. Это хорошо. Вот вам таблеточка, скушайте ее, пожалуйста. У вас сейчас стресс, это обезболивающее. Просто в крови сейчас красненькие и беленькие тельца. Им тоже больно. Я просто почему знаю, я сама телец. И, кстати, меня Оля зовут. Павлик. Может быть, я вас в больницу отвезу? Да не, мне такой хуй не сломать. Что, тогда в полицию? Да не, хорош ты че, я с мусорами не работаю. Ой, спасибо большое, я прям даже не знаю, как вас отблагодарить. Ну, есть вариантики. Да? Какие? Вкусные плюшечки. Попробуй, сама пекла. Недавно просто рецептик на сайте нашла, вот новый. Вкусно? Ништяк. А вот это мы с подругой на Ибице. А тут это мы в Адлере. А вот это мой бывший. Чё, холостая, что ли? Класс. Пашка, ты такой классный, так расставаться с тобой не хочется. Слушай, ну может я тебе позвоню? Нет. Вот с**ка. Не зря я стульчик обоссал. О, дед звонит. Алло, дед, чё? Плохо тебе? Бля, всё, чё? Всё, еду, дед, еду. Я сейчас женёк.